А что такое клан-иллюзия? Это сервер Discord, в котором ты видишь различные сходки с довольно популярными ютуберами по игре Hatline. Конечно, ты сможешь общаться с игроками как и в простом чате, так и в голосовом. А также ты самый первый будешь узнавать про новые видео твоего самого любимого ютубера. Ссылка, как всегда, находится в описании. Вау, круто! Я уже побежал! Всем привет, мои дорогие друзья, у микрофона, как всегда, Вобзи, и вы попали на мой новый видеоролик по игрушке Hatline. И в этом видеоролике я покажу новые невероятные баги в нашей любимой игре Hatline. Надеюсь, вам все понравится, и вы поставите мне свой царский лайк. Всем приятного аппетита, а мы начинаем. Погнали! Ну что ж, ребята, мы переместились на карту офис, потому что именно здесь находится наш первый баг. Чтобы его сделать, нам нужно вот такой вот спаун, а также стаканчик. Мы ставим за компьютер и превращаемся. Вот такой вот баг у нас должен получиться, а также здесь не видно насмешки, что довольно круто. Где находится наш следующий телепорт или же баг, потому что работает он рандомно. Еще телепорты не заканчиваются, потому что я нашел еще один. Возможно, кто-то его знал, но я решил его заснять. Теперь я покажу самый крутой баг за охотника, который тоже находится на карте завод. С помощью его мы сможем смотреть сквозь текстурки. Нам нужен вот такой вот спаун, а также друг, который превратит нас в животного. Видеоролик, надеюсь, вам понравилось. Ну и баги, и вы подпишитесь на мой канал. А я пойду кушать пельмешки. С вами был Вобзи. Всем удачи и всем пока-пока.